Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз для всех знаков зодиака подготовили астрологи на эту неделю, узнаем прямо сейчас. С 29 мая по 4 июня попробуйте заняться переоценкой взаимоотношений с людьми из вашего окружения. Также смело начинайте новые дела и принимайте важные решения. Вероятно, многие будут задействованы в каких-то интересных проектах, благодаря которым расширят круг друзей и улучшат финансовое состояние. Прекрасная новость. На этой неделе наступает долгожданное лето, а главный астрологический герой этого периода – близнецы. Планета-покровитель Меркурий, удачные цвета желтый и зеленый, камень, приносящий удачу, изумруд. Продолжит знакомить с этим знаком зодиака наш астролог Янина Балашова. Близнецы. Близнецы – знак зодиака, связанный со стихией воздуха. Это указывает на непоследовательный характер людей, родившихся с 21 мая по 20 июня. Символ знака – два близнеца или пара влюбленных, что указывает на интересное общение с таким человеком. Их речь приятна, они легко угадывают мысли и желания других, но также с легкостью обманывают сами. Эти люди свободолюбивы, деятельны, беспокойны, не любят физического труда и обременительных семейных обязанностей. Близнецами управляет Меркурий, планета писателей, ученых, преподавателей и людей, занятых в сфере распространения идей и информации. У них прекрасные способности к коммерческой деятельности, к работе, связанной с цифрами, фактами, и они могут быстро уговорить сделать что угодно. Неделя будет удачно складываться для оформления документов и деловых поездок. В пятницу будьте внимательнее при общении с людьми, не доверяйте новым знакомым и старайтесь никого не обсуждать за спиной. У тельцов хороший период для покупки крупной бытовой техники. Будьте ответственнее в решении финансовых вопросов и сможете приумножить свои доходы. Если вы ищете способ наладить отношения с любимым человеком, то эта неделя предоставит вам такой шанс. Самое важное – четко распределить с партнером обязанности и донести друг до друга свои ожидания. Близнецы будут на этой неделе излучать оптимизм и уверенность. Но даже если вы на 100% знаете о своей правоте, избегайте критики по отношению к непосредственному начальству или другим авторитетным людям. Нестандартные решения помогут ракам добиться поставленных на этой неделе целей. Также это благоприятный период для создания комфортных условий для жизни. Те, кто затеял ремонт в квартире, смогут за короткий срок получить весьма достойный результат. В будни общение с друзьями будет для львов в приоритете. Выходные лучше провести с любимым человеком или с претендентом на эту роль. Будет удачным интернет-шоппинг. На просторах сети вы сможете найти те вещи, о которых давно мечтали, но не видели их в обычных магазинах. Результативная неделя для тех дев, которые активно двигаются к своей цели. Вы добьетесь уважения в своем кругу. Весьма вероятно, что вам поступит предложение занять более высокую должность. В целом ваши возможности ощутимо возрастут, однако астрологи советуют: не доверяйте словам окружающих. Весам на этой неделе стоит заняться образованием, освоение новых дисциплин, расширение горизонта знаний – то, в чем вы максимально преуспеете на этой неделе. С первых же дней этой недели скорпионы почувствуют всплеск энергии. Успеете решить много вопросов, но сейчас не рекомендуется вкладывать деньги, в том числе и в крупные покупки. У
очень гармоничный, спокойный период наступил у стрельцов. Не стоит строить грандиозных планов. Лучше отдохните. Например, займитесь самообразованием, погрузитесь в размышления. Выходные звезды рекомендуют провести в окружении близких. Маленький семейный праздник подарит вам эмоциональное спокойствие. У Козерогов наступил благоприятный период, чтобы решить вопросы, касающиеся личной жизни. Вы тактичны и легко подбираете нужные слова. Вторая половинка это заметит и пойдет на уступки. Долгожданная гармония вернется в ваши отношения. В выходные не исключено получение приятных новостей. У водолеев будут удачными как крупные покупки, так и любые финансовые вложения. Доверяйте своей интуиции. Во второй половине периода возможны деловые встречи. Будьте готовы продемонстрировать весь свой профессионализм. Вероятнее всего, вы получите поддержку влиятельных людей. Рыбы много работали и изрядно устали. Разрешите себе хорошенько отдохнуть, набраться сил, а затем смело продолжайте решать накопившиеся проблемы. И обязательно справитесь со всем. Вот такую интересную неделю обещают нам астрологи. Встречайте лето вместе с программой «12 созвездий». С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!